Добрый вечер. Мы очень рады вас всех сегодня видеть здесь. Спасибо, что вы пожертвовали хорошей погодой ради хорошей музыки. Мы очень это ценим, что вы сегодня здесь. И поэтому мы будем для вас стараться очень хорошо сыграть. Вот здесь есть несколько везунчиков, которые отслушали весь наш двухчасовой саундчек. Спасибо вам за терпение. Мы понимаем, как это было тяжело, но мы старались для того, чтобы следующий час вы провели с удовольствием. Продюсер двухчасового саундчека был Лев Трофимов. Сегодня новая игрушка под названием «Бурлица». Послушаем этот волшебный инструмент. Не менее волшебное исполнение, наверное, да? Влад Цалер. Ему тоже нравится этот волшебный инструмент. Сергей Гейер. Сергей Гейер. Антон Хабибулин. И Александр Кульков. Они также очень рады вас видеть и приветствуют. Thank you.
проблема мира, потому что либо рухнет зубов, ясно, что эта военная сила могла нас перевести и вывести. Сейчас, мне кажется, нам надо обратиться, может быть, к самому существу нашего бытия, к росту населения, к росту культуры и к цели. Посмотреть вокруг себя или самих себя и понять, куда ехать и что делать. Мир, и не только наша страна, переживает глубокий перелом в своем развитии. Не понимают это ни политики, ни большинство людей. До сих пор человечество росло, стремляясь чуть ли не бесконечно. Говорили о демографическом взрыве, что негде будет встать и сесть на нашей земле. Не хватит ни энергии, ни пищи, ничего. Thank you.
Лев Трофимов. И это была композиция Хэбби Хэнкока, она называется Butterfly. И специально для сегодняшнего вечера мы выучили, разучили композицию тоже Хэбби Хэнкока, она называется Getting to the Good Part. И сейчас мы для вас ее сыграем, это будет премьера в нашем исполнении. Готовьтесь. Thank you.
премьера в нашем исполнении. Сейчас мы вернемся к нашему авторскому творчеству и сыграем. Как обычно, у нас все без названий в последнее время. Мы не знаем. Точно. У нас, как обычно, все без названий. У нас наша новая программа называется Movement. Просто движение, которое происходит вокруг нас и в нашей музыке. И сейчас будет следующая часть из этой программы под номером 3. Танцевальная. Thank you.
Спасибо. Это была та музыка, которая не записана еще. Но, нет, она записана, она даже снята. Вот мы все ждем, когда наконец-то это все будет смонтировано. Мы тут сделали такую крутую штуку, записали в студии живой концерт, сняли его на видео, посадили кучу народу в наушники, мучили их нашим первым дублем, где не работал один наушник. И у нас, кстати, тоже. Так что мы там пережили все, мы сроднились с нашей публикой на этом концерте. И воспоминания у нас о них просто самые-самые-самые радужные. Так что скоро, надеюсь, в июне у нас появится наше видео, наш концерт, который мы будем вам дарить бесплатно, вывешивать в YouTube и будем ждать ваших откликов и лайков. И что я хотел сказать? Я хотел сказать, что Александр Кульков барабаны. Александр Кульков барабаны. Александр Кульков барабаны. Сергей Гейр, бас-гитара. Сергей Гейр. Лев Трофимов. Лев Трофимов. Влад Салер, труба. Влад Салер. Антон Хабибулин. Сейчас мы для вас споем мою любимую песню. Почему она моя любимая? Потому что, не знаю почему, просто она мне очень нравится. Это наша песня с тобой, Лёва. I'm
Спасибо. Это было приятно для меня. А теперь мы сейчас играем композицию, которая, в отличие от предыдущего того, что мы играли, она записана на нашей такой беленькой пластиночке. Композиция, она называется «Песня для Вани». Для мальчика, который где-то здесь бегает. Я его не вижу. Видимо, он где-то развлекает маму. Вот. Да, просто «Песня для Вани». Thank you.
Спасибо большое. Это была композиция песни для Вали. И сейчас мы сыграем для вас композицию, которая, опять же, название. Она сочинена недавно. И я не знаю, что еще сказать. Там явные такие тенденции из-за какого-то рок-н-ролла или блюз-рока. Ну, да, это хорошо. Это сегодня жарко, такое какое-то расслабленное состояние абсолютно. Не знаю, как у вас сегодня вот так. Вот. Ну и сейчас для вас все сыграем. We'll be right back.
огромное, что вы были сегодня здесь с нами. Антон Кабибулин, гитара. Да, Антон Кабибулин. Александр Кульков, барабаны. Сергей Гейр, бас-гитара. Бас-гитара. Thank you.
До новых встреч. Спасибо. Влад Царев, Лев Трофимов, Сергей Гер, Александр Кульков, Антон Хабибулин, Соломей Сеенко. И все вы. Спасибо вам большое. До новых встреч.